Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан позволит найти новые грани сотрудничества между странами. Так считает казахстанский политолог Талгат Калиев. По его словам, Центральная Азия для США – ключевой стратегический регион. И тот факт, что Казахстан – первая страна, которую посетит высокий гость, демонстрирует доверительные отношения между государствами. Кроме того, встреча на высшем уровне в Астане расставит ориентиры по дальнейшему региональному сотрудничеству и партнерству США, говорит политолог. Все-таки приезд госсекретаря США – это достаточно знаковое и желательное событие для любой страны. Поэтому в данной ситуации мы должны руководствоваться вопросами внешнеполитического прагматизма и вопросами позиции нашей страны на мировой арене. Сегодня мы находимся в позиции, когда мы можем выслушивать самые разные предложения с разных сторон. И у нас появляется выбор.